В Оксфорде я работаю уже 2 года, то есть 6 сентября у меня уже будет ровно 2 года. Вот, за эти 2 года у меня произошло очень много всего. Я получила большой опыт и стала более коммуникативной, да. Больше всего в моей работе, на самом деле я думала над этим вопросом, больше всего мне нравится помогать людям. Мне нравится, да даже вот обычный электронный дневник, допустим, данные выслать, учебник. Люди говорят мне спасибо, и я чувствую себя полезной. Не могу сказать, что мне что-то конкретно не нравится. Мне не нравится иногда большой, наверное, наплыв информации, но это логично, я это принимаю. Вот. А так, в целом, безумно интересно. Я, на самом деле, давно уже живу в режиме многозадачности, и я вот даже в такие моменты, когда у меня очень много студентов, очень много клиентов и огромная очередь на ресепшн, я умею собраться. У меня всегда стоит стакан воды рядом со мной, и если что, если я заговариваюсь в звонке или при общении с клиентом, я могу немножечко отхлебнуть воды, и это помогает мне настроиться и собрать мои мысли, поэтому... Ну, во-первых, потому что в школах, в общеобразовательных, у них все хорошо с лексикой и грамматикой. Это они прекрасно все проходят, письменные задания, то есть ЕГЭ, ОГЭ, это... Оставим им должное. А у нас именно коммуникативные навыки, разговорный навык. И мне кажется, что английский — это, конечно же, практика. Это практика разговора. Можно быть максимально умным в лексике и грамматике, но не уметь сказать ни одного слова. Вот. Именно поэтому у нас Оксфорд является коммуникативным, разговорным. И все уроки у нас достаточно интересные. И главное, что мне больше всего нравится, с погружением в языковую среду. Вот. Никакого русского, английский.